Всем привет, меня зовут Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. Первый коньяк белорусского производства подарили Александру Лукашенко. Такой презент сделал глава Белгоспищепрома. Он рассказал, что этот напиток сделан исключительно из белорусского сырья, в частности, из винограда 2017 года. Кстати, коньяк уже есть в фирменной сети магазинов. И если кто-то пробовал, пожалуйста, напишите в комментариях о своих впечатлениях. Неприятный инцидент произошел на границе с Украиной. Белорус вместе с семьей решил въехать в страну, но его не пустили, поскольку белорусы были привиты спутником ВИ. Этот препарат не входит в перечень ВОЗ. Глава семейства решил предложить $50 украинским пограничникам. Ну, или у тех все в порядке с дисциплиной, или предложил мало. Короче, в страну не пустили, вызвали полицию, но самое обидное в этой истории – деньги изъяли. Почти 3000 семейных скандалистов привлекли к ответственности за последние полгода. Об этом шла речь на заседании облисполкома. Всего в милицию поступило 5000 сообщений о конфликтах в семье. Справедливо отметить, что в числе основных факторов, которые влияют на семейное благополучие, это проблема пьянства.